Выбирайте, жакет шире сегодня выбрала я. Обожаю вот такие мягкие, уютные ткани. Но тем более сегодня, когда я узнала, что это еще и натуральные материалы. Но все, тут выбор был мой окончательный и бесповоротный. Ну согласись, Лер, смотрится не просто как жакет, а как легкое пальто. Легкое пальто, кардиган. Длинный кардиган, ты совершенно права, или жакет. Здесь все зависит только от того, в каком варианте, с каким сочетанием вы будете его носить. А уж вариантов мы вам подскажем огромное количество. Вообще, Лен, ты знаешь, я знаю, что очень многие любят вот такие вот варианты. У меня у подруги был вот такой кардиган, ты знаешь, она его носила, ну, не знаю, вот сколько мы с ней дружили, лет 10, наверное, вот она его не снимала. Вот вам обеспечена точно такая же долгая носка этого жакета, этого кардигана, ведь это фабрика Заря. Ох, это стопроцентное качество абсолютно. Я помню, бабушка моя, как она любила этот бренд. У нее очень много было, между прочим, кофт. Я наносила их, вот сколько я помню себя, наверное. И они до сих пор лежат у нас сейчас в сундучке. Она их сейчас не носит, мы их убрали, потому что выбрали для нее другое. Итак, от 46 до 64 есть размеры. Три цвета на выбор. Вот. Давайте с ними знакомиться. Лена выбрала для себя сегодня цвет, который называется джинс. У нас есть с вами, посмотрите, цвет небеленого льна, он так и будет называться в заказе. И у нас есть с вами коричневый, я бы даже сказала, такой цвет капучино, очень благородный оттенок коричневого цвета. Чем хороши цвета? Абсолютно все универсальные. Любой из них можно выбирать смело женщинам любого цвета типа, они все подойдут. Выбирайте свой цвет и, конечно, размеры. Лер, вот бренд Заря, это значит, что, в принципе, эта размерная сетка должна соответствовать. Абсолютно так, она и соответствует, конечно же, ГОСТу, поэтому мы с вами, выбирая для себя сегодня этот кардиган, ориентируемся только на одно, на свой тип фигуры. Смотри, Лен, у нас здесь получается такой зауженный силуэт, да, немножечко, я бы сказала, силуэт кокон. И длина такова, что нам придется ориентироваться и на объем бедер, и на объем груди, и выбирать сторону своего большего. Ну вот, например, наши Лены обе, и ведущая, и наша модель Елена, у них верхний тип фигуры, они берут по размеру груди кардиганы. А вот у обоих наших, у обеих Татьян, и у блондинки, и у брюнетки, более пышный объем по бедрам, поэтому они выбирают именно этот размер. Вот, подожди, подожди, вот сейчас смотрела на Таню, например, ты говоришь, у нее там какой-то больше верхний, нижний, да она вообще идеальна, у нее прям идеальная фигура, абсолютно. Все идеальны, Лена, потому что, знаешь, уникальная особенность бренда Заря в том, что они создают верхнюю одежду таким образом, что мы в ней выглядим невероятно стройными. Вы выбираете и свою стройность, несмотря на то, что это плотная вязка, конечно, которая бывает обычно, выбирается, когда мы выбираем, мы дополняем свой объем, но здесь нет. Здесь так хитро все придумано, что мы с вами обретаем идеальную фигуру. Ну, а уж вязка здесь абсолютно безупречна. Я с тобой согласна, Лен. Ты знаешь, все-таки фабрика Заря – это фабрика со столетней историей, которая не устает обновлять свое оборудование. Вот сейчас новое итальянское оборудование позволяет получить, посмотрите, какую плотность вязки. Смотрите вот сейчас на внутреннюю и внешние стороны. И обратите внимание на то, что здесь совершенно нет у нас вот неровных петель, да, все плотно. Вязка абсолютно безупречная. Шикарное качество нити используется. В составе натуральный хлопок, его здесь 30%, 60% это пан. Пан — это находка, это современные технологии. Пан — это полная альтернатива шерсти по тепловым свойствам. Поэтому этот жакет, этот кардиган вас действительно будет согревать, это сезонное предложение. Но в отличие от натуральной шерсти, пан не вызывает аллергию. Поэтому если у вас чувствительная кожа, если вы не носите шерсть, попробуйте сделать выбор именно в сторону этого предложения. Ну вот я сейчас даже ощущаю, знаешь, невероятная такая мягкость, и несмотря на то, что у нас в студии жарко, нет такого внутри вспаренного эффекта. Сухое вот такое тепло, да, такое чувство, что жакет Шерри просто подстроился под температуру моего тела, знаешь, так сбалансировал это все, и я чувствую себя абсолютно комфортно. Обратите внимание именно на это предложение. Посмотрите, большой объемный капюшон, хорошая длина, закрывающая полностью нам бедра, почти доходящая до колен, и, конечно же, качество бренда Заря. Ну вот еще когда, Лер, хочется спросить именно про петельки. Вот ты говоришь, что такие качества у нас здесь итальянские машины, а вот очень часто бывает, когда мы выбираем вязаные кофты себе, потом у нас петельки, они просто так растягиваются, что уже все, невозможно застегнуть. Но здесь, конечно, нам такое не грозит. Давайте
посмотрим. У нас с вами здесь обработка абсолютно идеальная петель. Вот, Лена, о чем ты спрашиваешь, причем обрати внимание, петли у нас не прорезные, петли вывязанные. Вы видите, закрытые края, за счет чего вы можете быть уверенными в том, что такие петли не вытянутся. Ну, а значит, жакет Шерри прослужит нам не один сезон, будет радовать нас, конечно, и сухим теплом, и невероятно безупречным внешним видом. Ну, буквально, согласись, Лер, образ как на миллион. Вот я бы такие образы видела в каких-то дорогих журналах, а сегодня вы с главного подиума телеканала Шоп-н-Шоу выбираете для себя стиль безупречный, который обязательно выделит вас из толпы, который сделает вас особенной и, конечно, подарит вам невероятное ощущение комфорта. Ну, разве не это что все, что нам нужно женщинам? Ну, пожалуй, нам еще нужна идеальная фигура, и это нам обеспечит крой и детали. Посмотрите, бренд «Заря» предусмотрел все, даже подплечники, вот в такой вязаной вещи. Зачем? Крой у нас с вами зауженный, мы это обсуждали. А если тип фигуры груша, а если пышные бедра, как правило, такие вещи не сидят. В данном случае нам это не грозит. Подплечник деликатно очень выравнивает плечевую зону. За счет этого не плечи становятся шире, а бедра становятся уже, и вся фигура получается сбалансированной. Выбирайте его для себя, объединяйте заказы в одну корзину и получайте еще и бесплатную доставку. А если вы смотрите нас впервые, еще никогда не делали заказов на телеканале Шоп-н-Шоу, начните с бренда «Заря». Начните с качества, которое проверено столетием для себя. И выберите тот жакет, который вас стройнит, дарит комфорт, никакого раздражения, только идеальный безупречный внешний вид. Слушай, ну вот выбирая такую вещь, хочется, чтобы она служила не один сезон, Лер, согласен? Ну вот здесь уж в этом как раз можно не сомневаться. Действительно, все вещи от фабрики «Заря» носят с удовольствием по нескольку лет. Тем более, что уход за этим жакетом тоже очень простой. Вы стираете этот жакет дома, как любое вязаное изделие, то есть средствами для стирки вязаных изделий или шерсти, или обычным шампунем. Сушите, разложив на горизонтальной поверхности. Все, больше никаких здесь требований. Но мне хочется посмотреть, как по спинке смотрится именно жакет. Лен, можно попросить тебя повернуться? Посмотрите, как сидит идеально. Вот ни одной складочки. Вот это как то самое пальто, которое действительно идеально садится. Да, осталось только выбрать свой размер. Я вам напомню, что выбираем мы размер в размер, ориентируясь на свой больший. Пышные у вас бедра, берите по объему бедер. Более пышный объем по груди, значит, выбираем его. Но берем четко свой российский размер. И поторопитесь, потому что ограниченная партия, конечно, невероятные материалы дарят. Ну, такое необычное тепло, знаете, согревающее, но при этом не жаркое. Я всегда, Лер, восхищалась именно вязаными такими большими вещами. Я представляю, сколько времени, сколько затрат, вообще сколько ресурсов нужно потратить, чтобы связать все это. Вот смотри, я только научилась вязать носочки, варежки и шарфик. Все. Это мои закончилось. Ну, я совсем здесь никак не претендую, Лен. Ты знаешь, я думаю, даже самые вот наши рукодельницы согласятся вот с чем. Может быть, связать-то и получится, да, что-то очень похожее, но я, насколько знаю, сейчас очень дороги нити. Нити, тем более, да, в таком составе. Пан и хлопок натуральный. Я думаю, что здесь только нити вот при покупке выйдет 1000 на 4. Ого! На 5. А плюс работа. Представляешь, сколько еще посидеть вечеров вот для того, чтобы связать вот такой шикарный жакет. Тогда сегодня можно выбрать готовый, да еще в трех цветах. Ох, один бесплатный телефонный звонок из любого города, из любого региона, и вы сегодня обладательница уникального предложения от бренда «Заря». Жакет, кардиган, пальто, Шерри для вас.